Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, ребят, неделя у нас закончилась, и как ты видишь, у меня Лига Сегунов 3 звезды. Не получилось у меня, ребята, отыграть, хотя я пытался, но так как я был на работе, ребята, у меня все пошло к чертовой бабушке кувырком. В общем, 45 платиновых осколков я получаю, и здесь награда за Лигу Мастеров 1 звезда. Да, грустно получилось, не спорю, друзья мои. Мало того, что я мало получил осколков, так и помимо этого я еще и буст прозевал весь. Почему? Элементарно, ребята. На моих часах 11 часов 50 вечера. Ну, 50 минут вечера. Вот. Буст у нас начинается в 3 часа. В 3. Или в 4. Не, в 3. Вот. Прошло сколько времени? Правильно. Да фигище. Но здесь единственный, ребята, вариант у меня. Просто эту неделю отыграть как полагается. То есть без косяков, чтобы все было хорошо. То есть есть возможность за кадром или еще как-нибудь, но постоянно в ней играть. Фу, не могу, воняет какими-то сигаретами с улицы, с окна тянет. Блин, не могу. Фу. Вонючие, блин, какие-то. Такс, ну что, естественно, ребята, у нас сейчас все будет тут на изи, но пятого бойца мы, наверное, получим далеко не на четвертом и пятом поединке, а, возможно, на седьмом-восьмом. Потому что, ну, слишком много времени, ребят, прошло. Слишком много. Так, ну что, тут хорошо все у нас получилось. Двигаемся дальше. Сегодня, конечно, были грандиозные, ребята, планы. Завтра выходной у меня. Сегодня как бы я с работы, завтра выходной. Завтра, скорее всего, ребятушки, у нас будет стрим. Там уже определимся, по какой игре. Я еще раз подумаю. Либо Тини Бани возьмем, либо возьмем рестлера. Может быть, даже, ребята, остров Лунного Камня допройдем. Надеюсь, что мы допройдем его. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Но, скорее всего, будет Тини Бани. Скорее всего. Вот. Так что, опять же, ребята, я говорю это, а сам не знаю, когда этот видосик выложится. Всему причина, опять же, загрузка на YouTube, ребята. Она вечность идет. Я тут до сих пор, ребята, два видосика, которых у меня слеплены уже как неделю назад, я до сих пор их не могу залить. Понимаешь? Я уже на работу ухожу, даже компьютер не включаю, думаю, что приду с работы, он уже зальется. Нет, он не заливается. Иногда даже, ребята, какие-то происходят ошибки во время загрузки, и он просто-напросто останавливается. То есть загрузка останавливается. Или пишет какая-то там ошибка неопознанная. Вот так вот. Такие вот пирожочки. Так, ну что у нас тут? Слушай, у нас, по-моему, там, ребята, события в драконах, всадники Олуха уже причем давно идет. А у меня, ну, я из-за работы все. Если я что-то пропускаю грандиозное, то только лишь из-за работы, ребят. Так, ну здесь понятно все, изи. Я вообще, ребят, наверное, думаю, что здесь можно автопоединок поставить, и они будут здесь разбираться сами. Скорее всего, так и сделаем, да? Тут вам, естественно, ничего объяснять не надо. Вы все прекрасно и так все знаете, понимаете, почему такие бойцы, а не другие. Здесь можно сейчас, в данный момент, когда у нас идет самое начало игры, мы можем вообще абсолютно любых персонажей брать, и нам как бы будет на это по барабанищу. Мы все равно с тобой будем здесь выигрывать. А вот где-то ближе к концу, ну, ближе, я имею в виду, уже к последним нашим бойцам, да даже ближе к концу, все равно, ребята, мы их будем разносить. А вот когда, например, на следующий день мы начинаем с тобой играть, там уже, да, там уже начинаются сложности. Так, ну что, у нас элита, 2 звезды, 65-я позиция. Сегодня такой день, честно говоря, был на работе не очень хороший. Потом, вначале какая-то хмурая погода, потом с 5 часов, нет, не с 5, вру, наверное, с 4 или в 4 часу, как зарядил ливень с дождем. А у нас этот перегон, ё-моё. Ну, экскаватор перегоняли. От взрыва на взрывы, блин, перегоняли. Короче, это не имеет значения. В общем, вымокли все как цуцики.
Еще этот ветер пронизывающий, когда ты весь мокрый, еще и под ветром. Это, ребят, вообще не айс, если честно. Так что поэтому пришел, сразу же налил себе горячего кофе, ребята. Попил, чтобы, ну, не простудиться. Естественно, в парилочку зашел, согрелся, все как полагается. Завтра в 10 часов встаю, в 12 иду на тренировку. После 12, возможно, мы... Может быть, даже не после 12, а, скорее всего, после 2-3 часов. Не знаю, или днем, или вечером стримчанский запущу. Может быть, два стрима запущу. Например, один днем, а другой, например, вечером. Как бы, ну, понимаешь, дело в том, что вот сейчас под вечер у меня одни мысли, да? Я думаю, вот так надо сделать. А когда наступает завтра, следующий день, я совсем думаю по-другому. Вот сегодня у меня такое настроение, а завтра у меня будет совсем другое. И вот от этого я, кстати, очень сильно, ребят, страдаю. Перепады настроения у меня — это хуже некуда. Потому что я родился в мае, маюсь. Не знаю, чего я хочу. Точнее, я знаю, но я не знаю, как это удержать. Даже вот бывает, знаешь, как вот... Ну, возьмем такой элементарный пример, да. На Озоне я что-то, например, ищу одно, а мне попадается что-то другое. Я смотрю, смотрю, такой пролистываю, потом думаю, блин, ну-ка дай-ка вернусь, может быть, действительно эта штука пригодится. И начинаю заказывать. И очень много бесполезной ерунды я себе заказываю, которая потом лежит в коробках, где-то там пылится, и толку от нее ноль. Знаешь, как этот? А один раз, помню вообще, ребят, как шопоголик был, ничего не мог пропустить мимо себя, и все, заказывал, заказывал, вся почта, ой, вся корзина была забита. Там еще что-то было в избранном, там нафига. Потом думаю, нафиг мне это все нужно? Зачем? Для чего? И начал покупать именно то, что нужно мне. Так, ребят, мы с вами в самураях. Одна звезда, 76-я позиция. Ну тут... Ну давай, наверное, возьмем вот этого. Видишь, я еще хотел поиграть растение против зомби-героя. Ребят, там надо все-таки тоже как-то возвращаться потихонечку нам. Нечего там прослабление давать. Я знаю, что многие хотят увидеть не растение против зомби-героя, а сват против зомби. Вот. Плюс вперед на зомби-войну. Вот эти две игры. Многие просто просят, просят, просят. Я вроде бы как хочу, собираюсь. Да все как-то руки не доходят. Мне достаточно поиграть пару партий в Бравл Старс, чтобы у меня отпало желание какой-то очередной видосик снимать. Потому что там, ну ты сам видел, она меня просто выбешивает. Да, не игра меня выбешивает, а выбешивает то, что вот эти вот провальные катки, когда команда тупит. Я прекрасно понимаю, что я очень сильно туплю, ребят, очень сильно туплю. Но у тебя... Как всегда, виноваты все, кроме тебя. Ну, такие мы люди, блин. Кто-то может просто, знаешь, посмотреть и никак не реагировать, никакой реакции нет. У меня бурная реакция, я думаю, что многие это видят. Я сам понимаю, что это плохо, особенно когда я начинаю ругаться. Но ничего с этим поделать не могу, это просто превыше меня, блин. Так, Донни выпускает метеорит. Метеорит, на самом деле, ребята, здесь вот слабый. Если брать валун, который бросает Армагон, и метеорит, который выпускает Донателло, это все равно, что сравнивать, я не знаю, таракана и носорога. Сравнение, конечно, офигенно, но я думаю, ты понял по масштабам, по крайней мере. У Армагоши как влупит, так влупит, а у Дони, ну так, припугнуть, шугануть чуть-чуть. Ничего такого сверхъестественного нету в этом. Так. Наши майки почему-то, ребята... Нет, это не майки, это Рафаэль, по-моему, да? Подожди, а вот это кто? Это же у нас Рафаэль или майки? Я даже не помню. Но факт в том, что вот нафига он выходит в инвиз? Ну что вот это ему дает, ребят? Это тупой удар, который он делает... Толку от этого инвиза вообще не вижу. То, что по тебе не могут бомбить, да нужен ты кому-то там. Бомбить тебе еще.
Так, ну что, самураи 3 звезды. Я чувствую, ребята уже подкрадываются к нам. Осталось тут не так уж, кстати, и много бойцов у нас остается. Вот. У меня там уже Бравл Старс запущен, ребят. Не знаю, наверное, сегодня поиграю пару каточек. Ну, у меня там задания, к сожалению, не с бойцами связаны, а в основном такие, знаешь, пройти определенные миссии, нажать 10 раз согласиться и, по-моему, всего лишь одно задание с персонажами. Но у меня есть чем заняться, мне Эша нужно прокачивать, да и так немножечко побегать, побродить. Так, 43-й, 44-й. Ну да, тут уже, друзья, вот, сотки пошли. Это значит, что, ну, осталось нам от силы, я не знаю, ну, поединков 5. Если уже соточки пошли, а соток у меня не так уж много. Ну, зато, видишь, они всех их вырубили практически с одного удара. По одному удару и все. Хотя здесь можно было бы сделать и массовую атаку. То же самое Усаги сделал бы, и они бы сразу бы там все распластались. Такс. 47, 40. Ну, давай вот это возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, завтра, ребята, выходит Вуконг. По-моему, завтра 20 число же, да? Да, Вуконг. Я, честно сказать, я ее не покупал, эту игру еще. Потому что я хочу посмотреть. Ну, обычно же кто-то, может быть, даже уже кто-то в нее поиграл, где она там раньше выйдет. Мне не ясен сам. Как тебе это объяснить-то? Мне непонятен. Ай, блин. Не то что смысл, а на что она похожа? Вот, на God of War или как боевка, или это все-таки больше к Elden Ring идет, или там еще какой-нибудь выживальчик, или там что-нибудь такое, или Soul Рогалик. Надо посмотреть. Если она мне вдруг понравится, то я, наверное, приобрету и буду в нее играть. Для меня главное, чтобы, ребята, игра зацепила. И зацепила хорошо. Она может быть даже пиксельная, плохо графически сделана, но если в ней есть офигенный сюжет, который затягивает, такие игры я, ребята, обязательно, в принципе, всегда прохожу. Для меня графика, ну, это не особый такой приоритет. Это лично для меня. Поэтому многие удивляются, почему я играю в такие пиксельные древние типа игры. А вот мне нравится, ребята, и все. А пиксели у меня вообще вот эти вот какая-то, знаешь, такая ностальгия с Дэнди, с Сегой, вот. Не знаю почему. Пиксель-арт офигенный, офигенная штука, ребята. А вот такая вот особенно пикселизация, которая вот в панч-клабе, или вот этот вот кладбищенский вот этот вот мужичок, который там гробовщик. Такая пиксельная графика вообще, блин, устраивает меня во всем. Так, ну что, ребят, по-моему, у нас последний поединок здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ровно 5 бойцов у нас насобиралось. Сейчас мы с тобой здесь бомбанем, сделаем ежедневки, ну и, в принципе, здесь нам ловить уже и нечего. Так, все прошло на одном дыхании. Я только сейчас заметил, что у Армагона что-то там на предплечье какой-то датчик висел. Да, друзья мои, мы с вами добрались до Лиги Сёгунов. 2 звезды. В принципе, неплохо, я считаю. Из расчета то, что прошло столько времени. Вот. Я считаю, что очень даже неплохо. Ну что, давай ежедневки сделаем тогда. Пойдем с тобой сделаем эту ежедневку. Так, так и вот так. Выберем таких бойцов. Так, Рахзарны. Сегодня протеинчик в магазине, ребят, забрал. Ну, на зоне заказывал. Смотрел обзоры, очень. Ну, знаешь, хочется купить нормальный качественный протеин и не особо, ребята, дорогой. Все зарубежные протеины очень дорого стоят. Очень дорого. Особенно если вспомнить, который я обычно всегда раньше еще принимал, это Opti Nutrition, да.
изолят сывороточный. Но сейчас он просто, ребят, мне не по карманам. Такой ценник. И посмотрел обзоры. Первый русский протеин. Я и видосики смотрел по анализам, и по отзывам. Решил, заказал. Вот он мне сегодня пришел, я его сегодня, ребят, попробовал. Слушай, неплох, неплох. Я не ожидал, что он будет такой, знаешь, больше напоминает сухое молоко. Потом я заказал себе, что яичный белок я себе заказал, 2 килограмма бодяжить. И фас, или фейс, фьюз, тоже протеин 3-килограммовый заказал. Вот, а первый русский протеин заказал 2 килограмма себе. Ну, посмотрим там, как оно пойдет. От чего у меня будет расстройство, от чего не будет. Если кому-то интересно, потом могу поподробнее рассказать. Ну, по своим ощущениям. Так, что нам надо? Поднять уровень, да? Поднять уровень. Ну, я, наверное, сейчас для начала... Сколько у нас мутагена? 30 тысяч. Леонардо, ты на 90. Хорош. Красавчик Лео. Он поднялся. Так, а теперь... Слушай, а мутагеша, по-моему, у нас прокачан уже... А, нет, еще вот здесь немножко не хватает нам. 4 ножа для пиццы сейчас попробую найти. 1, 2. Упс, не надо. 1, 2, 3. И последний. Так, 4 ножа для пиццы. И надо нам еще... Блин, 12 кружек. Одна есть. Все. Все. А-а-а, у меня порталы кончились, друзья. Я думаю, что-то как-то быстро уж больно. Блин, на чем остановились-то? Мы остановились на кружках. Так, там 12, у нас уже 2 есть. Даже, я бы сказал, 3, 4. Четвертая кружка выпала только что. Пятая. Я успею, интересно? 12 круг. Нет, такими темпами нет, ребят. Не успею, потому что они выпадают через раз. Вот смотри, я не считаю, и кружки начали выпадать. А я, честно, даже не помню, сколько я уже нашел их. Еще 2. Раз и последний, пожалуйста. Будьте добры. Блин, вот последней кружки мне как раз-то и не хватило. Вот жуки навозные. Ладно, друзья мои, забираем наши награды. В принципе, я считаю, что более-менее, ребят, более-менее, потому что прошло очень много времени. И то, что я все-таки хотя бы Лигу Сёгунов 2 звезды взял, это неплохо. Естественно, завтра мы с тобой зайдем, мы уже будем фиг знает где находиться. Это 100% нас скинут. Ну и сегодня, как говорится, лицом в грязь мы не упали, ребят. Так что на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.